Всем привет! Потихоньку наша кухонька преображается. Вот, смотрите, что у нас тут есть. Сейчас будем закреплять вот эти вот пластиковые панели, делать небольшой фартук, а для этого нам понадобится убрать вот эту розетку, ну, просто открутить ее от стенки. Сейчас мы попьем чаек. Я выключу свет и буду откручивать розетку. Ну, естественно, я вам не покажу, как я это буду делать, потому что здесь будет очень темно, и вы этого ничего не увидите. А потом мы сделаем себе шикарный фартук к нашей кухоньке. И скоро вы увидите небольшой рум-тур по нашей кухне. Ну все, я подключила электричество, поставила розеточку, прикрепила с этой стороны панелечки пластиковые. Хочу еще вот здесь уголок сделать, поэтому панели пока прикрепила на двухсторонний скотч. До той панели мы еще не дошли, мы ее не прикрепили. Кабель-канал, понятное дело, нужен. Обои нужно тоже менять, но пока с чего-то надо начинать, и пока мы начали только с кухонного гарнитура. Это, кстати, не весь кухонный гарнитур. Будут еще делаться дальше кухня, но по мере свободного времени. Всем привет! Сегодня мы будем готовить блинчики с мясом. Мясо у нас куриная грудка. Ну, готовить мы будем на глазок. Блинчики тоненькие. Будем замешивать. Стаканчик муки. Яичко добавляем. Свое яичко. Курки наши молодцы. И добавляем немножко соли. Щепотку соли. Так, добавляем молоко. Сначала, чтобы они густые были, заметьте, чтобы комочков не было. Комбайн у меня хороший. Все перемалывает, перемешивает. Вот, еще добавляем теплого молочка. Вот это такое от нашей коровки молочко. Смешиваем все. Масло растительное, жидкого добавляем. Ну и чтобы они были потоньше, добавляем печеной водички и жарим блины. Сейчас первый блин комом получается. И посмотрим, какой у нас получится. Вот такой. Потом обжарим. По чуть-чуть.
вкусными папочками. Еще один жаристый, вкусненький. И тут резко обрывается видео, и что? А блинов-то уже нету. В общем, в чем дело? Есть у меня такая хорошая, любимая китайская флешка на 128 гигабайт. Как я радовалась, когда она мне пришла. Думаю, ну все, теперь видосики буду снимать в полной мере. Так вот, снимала я видосики вчера, снимала. Как хорошо у меня мама печет блинчики с начинкой. Как она делает начинку, какие красивые блинчики получаются. И тут бац! И сегодня оказывается, что файлы-то у нас битые. Поэтому продолжение вы так и не увидели. Ну, естественно, фоточку я вставлю, какие были блинчики. Благо, сфотографировать их я успела. Что я вам хочу сказать? Не покупайте китайские флешки с Алиэкспресса. Скупой платит дважды. Флешка стоила 500 рублей на 128 гигабайт. У нас такие флешки стоят от 1500. Какой вывод? Надо было подкопить денег. Грусть, печаль, беда. Это должна была быть первое мамино видео. Но устроим ей премьеру полноценную чуть попозже. Ну, поверьте, блины были вкусные, красивые, да-да. Вы представляете, волшебная елка в лесу была на праздниках. Да так навеселилась, загуляла на этих праздниках, что не хочет отправлять посылку от Тайного Санты через себя. Ну, думаю, не хочешь, елка, не надо, пойду на почту на местную. Прихожу на местную почту, говорю, надо бы мне посылочку отправить от Тайного Санты. А мне говорят, а ты у нас тут такая впервые за 10 лет, не умею я такие посылки отправлять, не получается. Пробовала и никак не получается. Езжай-ка ты в город, отправляй с городской почты посылку. Как раз я завтра собиралась в город. Так что поеду я в город, раз елка и наша местная почта не хотят посылку от Тайного Санты отправлять. И отправлю посылочку с города. Вот такие вот дела. Так что пробивайте хэштеги Тайный Санта, потому что скоро, я надеюсь, кому-то еще придет посылочка.